Братик, YouTube нормально не присылает оповещения, поэтому подпишись на рассылку ВК, чтобы тебе все доходило. Спасибо. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди. Сегодня мы с тобой продолжаем играть в 7 дней в Пургаторе, в Чистилище. Мы сегодня с тобой решаем, кто отправляется в рай, кто отправляется в ад. Это мы с тобой вместе будем решать и будем определять по их каким-то вот этим вот составляющим. Ты сейчас разберешься, Я надеюсь, тебе понравится. Погнали. Дружище, у меня для тебя хорошие новости и плохие новости. О, ну начинаем. Хорошие новости — это то, что миллениалы теперь не проблема. Ага, это было странно вообще, тупо. Хорошее место теперь доступно всем возрастам. Я думаю, много людей ныли об этом. В аду? А что делать тем, кто уже в ад отправился после этих странных правил? И плохие новости, теперь оценки до С. Да, это нормально, это так, вообще бог. Теперь они должны быть, хорошие оценки быть. Дай петулю мне. Петулю. Теперь должно быть С, по крайней мере у всех. С должно быть у всех. Троечка. Если у тебя ниже тройки, ты в ад. Я выбираю эти правила, опять же. Чё-то у тебя С, нормально. С плюс, повезло. Фредди Рид, 4-5-3-4-1, хорошо. Нормально, 3-4-5, ага, все хорошо. Добро пожаловать в рай. Ты хорошо выглядишь до 51. Да что теперь-то не так? Что не так? У него репорт-карт. В смысле? Слушай, а может ты сам здесь будешь сидеть? Зачем я здесь, если ты все хорошо видишь? А, парень Эдвард Лемонсон убил моего друга. По какой причине, я не знаю, но отправь его в туда, куда надо. Хорошо, я отправлю его куда ты хочешь. Эдвард Эверсон. Хорошо, хорошо. Тебя-то тоже в ад. Вы разберетесь там. Эдвард Эверсон. Эдвард Эверсон. Я постараюсь забрать. Логан Мартинес. Слушай, я видел твоего хороший колокольчик. Спасибо, братан. Мне часто девушки это говорят. Так, у тебя тройка. Отправляйся в ад. Вот что ты получаешь за то, что хвалишь мой колокольчик. У него ж тройка! В смысле, у него тройка? У него ж тройка, Почему? Он же должен был отправить... Тройка? А, Д плюс или ниже. Тройка нормально. Окей. Джеймс Брадер. У тебя нормально. Нормально. 98-й Джеймс Брадер, 56-56. Алкоголик. Вроде все нормально. Б, Б. Двойка. У тебя двойка. У тебя двойка, друголёк. Двоечка. Два. Корень из четырех. Эдвард Эверсон. Я отправлю тебя в ад. Я готов получать за это по щам. Я отправлю его в ад, потому что мне кто-то так сказал. Я верю, я верю. Я наивный. Нет, на самом деле, но я почему-то верил тому парню. Я не хочу быть мертвой. Можно мне домой? Да, да. Конечно. Конечно, тебе можно домой. Давай решим, где твой дом. А твой дом где? Так, ты у нас наркотой пользуешься, издевалась над другими, зато ты приютила ребенка. Угу, бездомного ребенка приютила, хорошо. И, наверное, подсадила его на наркоту. Ты, наркотичка. И издевалась над ним, да? Она точно, подсадила ребенка и издевалась над ним. Так, Ава Мартинес. Ава Мартинес продает науку. В смысле, ты продаешь науку, вау. Ученый, который, видимо, нашел какие-то неправильные вещи и все. И стал наркоманом. Так, у нас все нормально, да? Давай проверим. У меня времени много, давай проверим. Давай проверим. Adopted a homeless child. Все правильно. Drug addict нет. Bullied others нет. Ну, то есть оценки нормальные. Циферки вроде бы нормальные. Имя хорошее. Личка нормальная. Рот у тебя нормальный тоже. Язык не торчит. Ты неадекват. Фоточка, правда, не подходит. Но, как бы, это без разницы. Я вообще не вижу фоток. Drug addict. Ну, то есть ты можешь выразиться. По-моему, должно быть все нормально. Вот. Вот. Идеально работаю. Идеально работаю. Сегодня, я так понимаю, будет следующий последний день. Мы сделали все на сегодня. Петулю. Отличная работа, братан. Отлично. Ты сделал правильный выбор. Спасибо. 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 Но, блин, на самом деле, он мог меня, конечно, обмануть. Но почему-то я вот чувствовал по его лицу, что он все же меня не обманывает. Вот я не знаю почему. Вот тот парень, который сказал, накажи вот того чувака... Он говорил правильные вещи. И он мне из рая отправил записку. В раю что там, почтовые голуби завелись? Адские почтовые... Ой, в аду. В аду. Он в ад пошел. Из ада почтовые голуби ко мне прилетели? Принесли эту записку или что? Ладно, последний день. Ща будет жесть. Ща будет жесть жесткая просто. Давай, рассказывай.
Добро пожаловать, мужик. День 7. Ты делаешь отличную работу. Ага. В общем, насчет наших карт. Тебе ведь не нужны нормальные оценки, чтобы нормально жить, правильно? Правильно. Вот почему теперь мы принимаем трейд-сертификаты. А? В общем, проверяй свои оценки, проверяй книгу и решай. Что, теперь трейд? Мы по профессиям принимаем в ралли в ад? Да ладно! Подожди, оценки. А, оценки сохраняются, да? Он же сказал... Оценки сохраняются. С оценками все продолжается. Все правильный репорт карт или трейд-сертификат. Йо-хо-хо-хо, и бутылка рома. Так, хорошо. Душа может дать валидный сертификат трейда. Проверьте всю информацию имя и date birth. Поймите, что все правильно подписано. Arts Master, Science Master, Engineering. Вы шо гоните? Вы шо? Вот это вот меня. Чисто медицинская подпись. Хотя они все тут какие-то не очень, если честно. Ну хорошо. Короче говоря, может быть штука с подписью. Ну давай посмотрим. Мужики к тебе идут. Давайте, мужики, залетайте. Давайте, посмотрим, что тут, куда тут. Ну первое будет... Так, вот это нормально. Похоже на правду. Давай проверим твои имена. 8, ага, Хенри Гарция, 95-й. Ло. Ну вроде бы все нормально. Вроде бы тебе можно проходить. Не выбивайте его, пожалуйста. Благодарю. Первый блин не комом, первый блин колбаской. Отлично. Так, по оценкам у тебя все вроде бы нормально. Четверочка есть, хорошо. Красавчик, хорошо учишься. Джеймс Стюарт, нормальные оценки, нормальные цифры. Джеймс Стюарт. Вот эта штука, по-моему, тоже похожа на правду. Но я на всякий случай перепроверю, похожа на правду. Цвет другой, но неважно. Потому что игра почему-то не считает это ошибкой. В прошлый раз я это сдавал, все было нормально. Так что, не знаю, видимо, там кто-то цвета не разбирает, кто принимает. Так, 4-4, ага, 9-7-0, Артс, 95-й. Окей, Оливер Ватанабе, ого. Японец. Добро пожаловать в японский рай, мой лысый друг. Не ванпанч меня, Да ты пугаешь, ты меня постоянно. Я не знаю, почему меня постоянно пугают. Что не так-то? У них неправильный letter of salvation. Неправильный цвет, наверное, или надпись. Неважно. Так, что тут у тебя? Генри Лопес воевал за свое государство. Это ништяк. Генри Лопес, 46-й. А, что насчет... Вот это вот. Похоже на врач. А, ну это врач! Ты доктор! Ты доктор у нас! Ну давай, доктор. Давай, залетай, не выгоняй. Да почему? Почему? Мусор принадлежит мусорку. У них неправильный letter of trade. Why? Why? Наверное, потому что там не было надписи «Медицина». Я обратил на это внимание? Короче, я обратил внимание на то, что вот тут вот была не медицина. Но я подумал, это нормально, раз они выдали сертификат. Кто там допускает подделку сертификатов? Алло, работу мне усложняете, вы, ослы! Ладно, у нас времени много. Что происходит? Все было таким конфуженным. Я согласен с тобой, все вообще конфужено. Так, Борн, нормально. Оливер Родригес. Ага, дорога Ригис, хорошо. Трейд Артс. Ты у нас кто? Артс Мастер, все нормально, похоже на правду. Драгодикт Руд. Может дать. Вся информация. Подписан правильно. Но подожди, а вот я его должен прогонять по этим причинам. Видишь, он как бы хорошо, хорошее одно дело сделал и два плохих. По идее я должен его не пропускать. Ну вот это есть Arts Diligent. Ну да. По идее, я должен его не пропустить. Но у него же есть вот эта штука. Это дает. Это письмо подтверждает, что носитель да хороший работник. Хорошо, он хороший работник, я счастлив. А что насчет этого? Все должны карту носить. Правильная информация должна быть. Ну это я понял. Все по сертификат должен быть. Все. May present. Ага. То есть у всех должно быть или то, или то. Ну я так понимаю, ты в ад отправляешься. Ну да, наверное, ты в ад. Ты, конечно, был хорошим художником, но даже для художников есть ад. Будешь рисовать там лаву. Я был прав. Петулю. Хорошего рисования лавы. Привет.
Йоу, ты сделал это целую неделю, отличная работа. Это не было трудно, да? Вообще нет. Готов делать этим... это долго. Еще пару серий, по крайней мере. Всего вы обработали 55, ошибок всего 9. А, аккуратность 83, баланс 460. Спасибо огромное за игру. Спасибо огромное вам, ребята, за просмотр. Игрушка классная, мне очень понравилась игра. Она реально интересная. Я бы хотел продолжение, но вряд ли автор сделает продолжение, потому что игра вроде бы закончена. Если у вас есть какие-то интересные идеи, может, я когда-нибудь сделаю какую-то подобную игру, потому что сам концепт мне доставил. Ну а пока что на этом все. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Мы разобрались, кого в рай, кого в ад. Совсем разобрались. Ну а пока на этом все. Всем пока-пока-пока. До скорого. Удачи.